Семья для меня – это надежный тыл, оплот тишины, спокойствия, радости, гармонии, счастья, удовольствие общения с родными и близкими, с мужем, с детьми, с бабушкой, дедушкой, сестрой, тетей, племянниками, ну, со всеми, кто, по сути, составляет нашу семью и позволяет нам быть полноценным, по сути, членом нашего общества, находясь вот в таких теплых руках наших родных. Без семьи человек, наверное, все-таки может, но быть полноценным и гармоничным очень сложно, не имея семьи, не имея поддержки, потому что, ну, наши родные и близкие – это те люди, которые поддержат нас всегда, в любой ситуации. Правы мы, неправы, в радости мы, в горе, вот в любой жизненной ситуации поддержит семья, как никто другой, ни друзья, ни коллеги, а только-только семья. Крепкая семья – это гармония в доме. Это радость и счастье, когда каждый готов постоять друг за друга, поддержать, подставить плечо, вместе поплакать, вместе посмеяться, вместе посмотреть фильм, покататься на коньках, когда все происходит вместе, дружно, весело и счастливо. В настоящее время на государственном уровне очень важно говорить о значении семьи, потому что, наверное, с течением времени как-то немножечко теряется ценность семьи, размыливается, немножечко перекошены роли мужчины и женщины в семье. И, наверное, стоит вот вернуться к истокам и понять, где чья роль, где чьи функции, за кем забота, за кем опора. Ну и вот, наверное, государство, конечно же, должно ставить во главу угла работу с семьей и восстановление семейных ценностей.